Всем привет! Началось в деревне утро. Выпустила мальков. Сейчас буду выпускать курей. Мальки уже вот многие наелись, лежат отдельно. Тут у меня две гусыни что-то задумали сидеть. Что сидеть задумали, не знаю. Вчера вроде снеслись они. Сегодня нестись, по идее, не должны. Ну вот, сели, сидят. Зайка. Зайкам всем жарко, вон они лежат. Не шипи на меня, змея, не шипи. Зайки. Зайкам здесь жарко. Этот тут сидит, голову повесил. Эй, ты что не шипишь, а? Подруга, ты спишь, что ли? Эй, ты спишь, что ли? Заснула? Девочка моя. Зайкам всем жарко. А это прям беспокойная сидит. Вчера тоже одну гусыню потеряли. Она уже побежала к себе. Села и в гнезде сидит мирно. Утка вышла наша. Пополоскаться, поесть, попить. Табор выскочил. Друг по другу выскакивают. Эти сразу к себе. Вот сейчас они запрыгнут. И к утке туда. Оп. И к утке. И вторая сейчас с ним туда же. Проголодались за ночь. Вчера им вычистили здесь курятник. О, выскоблили все. Смотрите, что за ночь творится. Здесь было все выскоблено до бела. Бары мои. За ночь как понасрали. Вчера тут все-все поменяли. Ой! Начинаем собирать яйца бегунков. Вот они, где несут. Это подклад. Яйца бегунков. Поэтому они такие и грязные, что они несут их на полу. Вот пришла курица, говорит, открой мне, открой гнездо скорей, я нестись хочу. Вот, стоило мне только открыть, и она уже в гнезде. Сейчас к утке заскочил петух Падуан, надо было видеть, как она его выгоняла. Выгнала, выгнала и пошла к себе на место. Бедный петух орал, как потерпевший. Правильно, нечего лезть, когда мамка сидит, детей выводит. Петухи красивые, все блестят на солнце. Это Глашейный пошел. А вот наш Падуанчик, красавец. Тоже весь блестит. Красавчик бородатый. Хохлатый, бородатый, красивый весь. Во какой. Петушок, золотой гребешок. Масляная головушка, шелковая бородушка. Красавец, красавец. Вот такая у меня сейчас здесь красота, радующая глаз. Пиончики мои. Уже как хорошо подросли. Вот этот цветок меня что-то прям вот
Не знаю я, что это такое, но мне кажется, наверное, все-таки лилия. Припоминаю, что у меня вроде лилия одна была. Яблоня надумала зацвести наконец-таки. Цветочки у нее появляются. Думает, что пора бы уже зацвести. Красоточка моя. Груша вся в цвету. Красиво белым цветет. Вся-вся. Вся белая, как невеста стоит. Красота моя. Вот здесь все поле уже засажено свеклой. До конца ткани вот это вот все, что пропахано, засажено свеклой. А на ткани еще не все посажено. Но тоже уже часть свеклой засажена. Еще часть осталось посадить. И здесь до загончика будет еще сидеть морковка. Тут морковка уже есть. Я вам показывала две грядки. Вот это экспериментальная грядка. И вот эта грядка. Они уже засажены морковкой. Еще будет там у нас морковка. Вот это все поле у нас свекла. Вот здесь, на этой грядочке, у меня будут... Вот эта грядка длинная. У меня будут здесь сидеть огурцы. Там вдоль забора я посажу тыкву. И вот это вот все поле у нас тоже будет засажено свеклой. Вот это все поле тоже свеклой засадим. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас там с редиской творится. Редиску мы скоро уже будем, наверное, собирать и есть. О, какая повыросла. И там вся взошла возле перчиков, которые я сажала позже. Перчики стоят острые. Вот здесь у меня два перца съели гуси. А эти перцы надо открыть от банок. Они у нас все без этих, без листьев почему-то стали. Листья все поотвалились. Ну, может, еще отойдут. Подождем. А нет, так не беда. Ну, вот эти вроде с листьями. Сюда не успели пробраться гуси. Все стоят. Здесь будет у нас морковь расти, потому что там две грядки, это, конечно, мало для наших животных. На улице сегодня жарко. Вся птица лежит в тени. Здесь уточка у нас тоже под деревом. Специально за голову ставили под дерево. Вот она сидит. Мамка тоже. Будущее. Жарко ей. Здесь у нас гусятки с утятками. На солнышке. Туда индюши все сбежались. От дерева в тенек спрятались. Деревья все цветут. Красота на улице. Травка зеленая. Индюшки все вон они под деревом. Единорожки, идите сюда. Покажите, какие вы красавцы. Единорожки.
булькают там что-то. А утки вообще мои не знаю, куда спрятались. Этих двух красавиц. Я уже на ночь даже не закрываю, чтобы яйца не поварили. Пока жарко. Эй, красавцы. Единорожки, идите сюда. Иди сюда. Иди сюда, мой красавец. Иди сюда, мой хороший. Иди ко мне, иди. Единорожки. Жарко им. Хотела показать поле, вот это вот поле. Раньше было непролазным. Здесь был с земли выше пояса. Но у нас появились гуси. Мы их выпустили сюда погулять. И вот уже 3 года здесь вот такая пустыня. Не то, что... Что-то, даже трава не растет. А еще мы придумали небольшой лайфхак, способ борьбы с сорняком. Первый год, ну попробуем, посмотрим, может быть получится что-то из этого. Все, что выгребаем из курятника, из крольчатника, мы кладем вот так вот в проходы между грядок, чтобы горел сорняк. Прям свежим, так навозом всем. Мы закидываем. Проходы между грядок. Здесь уже избавились от лишней клубники. Здесь все убрали. Осталась только та клубника, которая нужна. А здесь вот все закидали навозом. Посмотрим. Надеемся, что сорняк не будет расти в этих местах. Вот так обстоят дела у меня в теплице. Сваха дала свои помидоры. Говорит, что ты будешь ждать, пока у тебя вырастут эти мелкие? Посади, говорит, у меня уже перерастает. Вот я посадила ее. Они, правда, уже огромные, у нее переросшие. Там осталось еще 3-4 куста. Вот здесь посажу. С места еще есть. А это мои помидорки. Вот кто спрашивал, можно ли сажать после гусей и уток. После курей. Вот здесь у меня жили утки всю зиму. С эндоутками и с 2 гусями. Вот посажено все уже. Прошло почти 3... Ну, 2,5 недели точно уже прошло, как я все высадила. Ничего не горит. Все принялось, все растет. И даже не скажу, чтобы особо болели растения, когда пересаживала. Потому что я не сильно большими их пересаживала. Вот так вот. Все растет. Мы делаем так. Мы не снимаем никакой верхний слой. Мы перекапываем землю, проливаем ее и перекапываем второй раз. И начинаем сажать. Все. Никакие слои мы не снимаем. Все растет. Даже маленькие, совсем малюсенькие баклажанки, вот эти я сажала. Думала, они все, умрут. Ничего, растут. Надеюсь, даже вырастут. Вот здесь эндоуточки спрятались от солнца. И даже черный далеко от них не ушел. Где-то здесь рядом с ними. Все прячутся от солнца, всем жарко. Мамка сидит. Вот этой вот уже скоро на днях утят выводить. Не знаю, посмотрим, что вот она сейчас охлаждает яйца. Встала. Встала, стоит, охлаждает. Жарко на улице. У нее срок где-то 22-го, 23-го, в 20-х числах. Уток выводить. Не знаю, выведутся. То холодно, то жарко. Вот наши индюшата. Все под деревом сидят. Сегодня танцы. Вытанцовывали с утра.
Крылья опускают, хвостики распушают и кружиться начинают. Вишни, черевишни цветет. Эти все деревья — это черевишни у нас. А там вон малина. Какие-то цветочки растут. И тут все в цветочках. В синих, в фиолетовых. Красота, да и только. Вот здесь малина у нас растет. Малина. И вот здесь муж сажал маленький кустик черной смородины. Он уже стал не маленьким, он уже стал относительно большим. Вот они, мои красотульки. Сюда в малину прибежали. Здесь они вообще любят погулять. Вот он, вот он. Начинает вытанцовывать нам. При том, что их выпустила на улицу, одного я все-таки потеряла в первый день. Был, видать, слабый. Ничего сделать не смогла. Осталось 14 штук. Вот эти пока что чувствуют себя нормально. Гуляем уже неделю. Пока тьфу-тьфу-тьфу, да там будет видно. Птеродактили наши. Груши наши красивые. Красотень. Все равно по видео не передашь ту красоту, которую видишь глазами. Небо чистое, голубое. Не облачко. Гуси. Сильно близко к ним подходить не буду. А то сейчас гусь заорет, и они целый гвалт поднимут. Вот три. Одного мы убрали. А две гусы не сидят. Не знаю, несутся, не знаю. Мамками задумали стать. Если задумали мамками стать, то завтра подниму их. Мне не надо. Я всех уже вывела себе в инкубаторе. Сейчас вот выводится еще партия, и хватит мне. Маленькие с большими довольно мирно сосуществуют, но все равно больших загоняю отдельно, маленьких пока отдельно. Во-первых, чтобы не передавили. Во-вторых, все равно пусть привыкнут пока. На выгуле. Все поразвалились на солнце, жарко им. Это наши бегунки. Так, эта курочка уже снеслась. Вышла. Дело свое сделала. Вон они, где утки прячутся. Нашли себе навес от солнышка и там сидят. А вот что-то серую не вижу. Куда-то серая уточка у нас делась. Черная вот стоит, а серой что-то не видать. А вот это как раз серая. Черную не видно. А они вон они где. Вон вышла и черная уже. И здесь прячутся, и здесь прячутся от солнышка.
все повыходили. Ну, на этом все. Всех вам показала. Все вам показала. Все рассказала. Пока-пока. До новых встреч в эфире. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте.